Сообщество молодых предпринимателей вышло из летнего отпуска и готовит новый, пока еще даже не анонсированный проект. О том, что наметили молодые предприниматели на ближайшее время, смотрите в нашем следующем сюжете. Выйдя из отпуска, молодые предприниматели сразу включились в работу, но по традиции необычно. Участники сообщества запланировали промо-кампанию, подробности которой держатся в секрете. Помимо уже старых знакомых, в рядах сообщества молодых предпринимателей появились и новые лица. Сегодняшний день я вступила в сообщество молодых предпринимателей. Очень этому рада, потому что новые знакомства, новые интересы, развитие, рост. И надеюсь, что я получу много новых знаний. Действующие участники с удовольствием делятся успехами, которых они добились благодаря сообществу. Ну, благодаря сообществу мы вообще вывели свой бизнес на новый уровень. То есть до этого мы боялись что-то делать. Может быть, даже не знали, как это правильно сделать. Благодаря сообществу мы научились, мы смогли, мы стали уверены в себе. Очень признательны сообществу, что оно появилось в нашем городе. Планами на будущее с нами поделилась координатор проекта Анна Горобец. Сообщество молодых предпринимателей в сентябре готовит очень много интересного для наших молодых предпринимателей. Это будут различные тренинги, это будут какие-то встречи с интересными людьми, которые, несмотря на свой юный возраст, добились уже больших результатов. Я думаю, что это будут поездки в город Челябинск, может быть, даже в Москву. Однако проект сообщества молодых предпринимателей не был бы возможен без множества дополнительных факторов. Наконец-то сентябрь, мы снова приступили к работе. Сообщество молодых предпринимателей в городе Миасе и с месяца в месяц набирает обороты. Нас становится все больше и больше. И в первую очередь я хочу поблагодарить наших партнеров, которые нам помогают в организации наших мероприятий, которые нас во всем поддерживают, которые становятся нашими информационными спонсорами. Без вас нас бы не было. Наша съемочная группа продолжит следить за деятельностью сообщества молодых предпринимателей в городе Миасс. Андрей Данилов, Валентин Ефимов, программа «24 Миасс».